meaningful. And we have Америке мы открыли онлайн институт богословия. И за первую неделю зарегистрировалось 1200 человек. Мы планируем перевести лекции на разные языки. В последнее время по всему миру многие служители получают спасение. Мы передавали Евангелие многим служителям, и они смогли получить спасение. И мы открыли теологический университет для того, чтобы систематически научить духовной жизни. И за несколько недель зарегистрировалось более 1000 человек. Мы планируем перевести на русский язык лекции, на французский язык, на португальский и на другие языки. Мы хотим перевести лекции. Я думаю, около 10 тысяч человек будут обучаться у нас. Каждый раз, когда я думаю об этом, я получаю восторг. Прошедший во вторник 7500 служителей из Латинской Америки собирались, мы общались через слово. Я подумал, когда у меня будет возможность еще раз с ними увидеться. И сначала мне дали 30 минут, чтобы я передавал слово. Но я подумал, все равно мы организаторы. И 2.5 часов я передавал слово. 7500 служителей слушали 2.5 часа времени слова. Конечно, мы встречались в режиме онлайн, поэтому мы не могли видеть друг друга. Но пастор Шин был ведущим. Пастор Ким Дуэн помолился. И я начал передавать слово. 2.5 часов я передавал слово. И знаете, я был счастлив. После слова я видел, как участники радовались и делились свидетельством. Я был благодарен за это. Не хочется прятать это Евангелие. Когда слово входит в сердца людей, они меняются. Ясно можно увидеть, что Бог живет и действует в сердцах людей. Конечно, не у всех. Есть высокомерные люди, которые пренебрегают церковью, пренебрегают служителями Божьими, уходят в мир. Есть люди, которые идут по неправильному пути. Конечно, я не могу обо всем рассказывать, но есть те вещи, от которых сердце больно, не зная истины. Есть служитель, который считает, что они знают больше всех. Они думают, что они все знают. Они думают, что они умные. И они противятся церкви. Когда я вижу это, мое сердце разрывается. Дьявол всячески пытался увести меня от правильного пути. И ко мне приходили мысли о том, что нужно оставить путь служения. 2 или 3 раза были подобные случаи. Но по милости Господа Бога я смог пережить эти моменты и дальше продолжить служение перед Богом. У меня ничего нет хорошего, однако Господь Бог открывает путь передо мной. Когда мы открыли богословский институт, один епископ из Ганы обратился ко мне. Он сказал: «Пастор Пак, я сказал, чтобы все наши служители поступили в ваш институт». Я сказал: «Спасибо».
Потом мне позвонили служители из Мьянмы. Они спросили: пастор, если наши служители закончат учебу в вашем институте, они тоже смогут работать с миссией Good News? Это служители, которые не были те, которые принадлежат нашей миссии, но получили спасение через миссионер Ким Дэ Ин. Они хотят работать с нами. Я был благодарен перед Богом. Если мы сможем перевести все лекции на 6 языков, то я думаю, где-то 10 тысяч учащихся будут в нашем институте. Я ничего не преувеличиваю. Чтобы многие слушатели получили то обучение, которое мы проводим, чтобы они ясно знали, как можно получить прощение грехов, чтобы они передавали Евангелие, чтобы они научились вере в Бога. Когда я думаю, что весь мир сможет измениться, у меня есть благодарное сердце перед Богом. На прошедшей неделе я общался с представителями образования разных стран и также с министрами и представителями государств. Я сделал несколько предложений им. Я сказал, когда закончится коронавирус, пожалуйста, отправьте 100 человек, работающих в сфере образования вашей страны. Ежегодно мы проводим молодежный лагерь, куда приглашаем ректоров разных университетов и даже представителей образования. Большинство из них получили спасение. И они в своей стране всем сердцем помогают нам. И двери открываются по всему миру перед нами. Если подумать, кто мы такие, но Господь Бог помогает нам. По вечерам бывает, что я не могу уснуть, поэтому встаю. И сегодня мне позвонила сестра Ким Юнок. И в 5 утра, наверное, она мне позвонила. Она сказала, что она знакома с одной женщиной, индейкой. И эта знакомая женщина находится при смерти. Я плохо знаю английский язык, поэтому сестра Ким переводила мне. На протяжении 30 минут я передавал Евангелие. Я сказал, давайте на этом мы закончим. Эта женщина так радовалась, слушая наше слово. И знаете, когда я размышляю о том, что происходит со мною, эта женщина выздоровела от болезни рак, у нее образуется новое сердце, она будет любить Иисуса, она будет говорить о благодати Иисуса. От этих мыслей мое сердце заполняется радостью. И Господь Бог хочет, чтобы этим делом занимался не только пастор Уксупак, но все мы. Сегодня утром мы читали, как израильтяне охватили Иерихон. Израильтяне вышли из Египта. И они пришли к Ханаанской земле. Двенадцать соглядатых пошли, чтобы осмотреть Ханаанскую землю. Они осмотрели Иерихонскую землю. Это была земля, в которой течет молоко и мед. Однако, увидев высокорослых людей, живущих в Ханаанской земле, они испугались и не хотели пойти в Ханаанскую землю. Кроме Иисуса Навина и Халева, все погибли. И спустя 40 лет
снова отправляются в Ханаанскую землю. И для того, чтобы войти в Ханаанскую землю, нужно захватить Иерихон. Когда мы читаем подобные истории, наше сердце начинает гореть. Было три условия для того, чтобы захватить Иерихон. Во-первых, нужно было отправить соглядатых. Во-вторых, нужно было перейти Иордан, но из-за того, что было много воды, это было невозможно. И в-третьих, нужно было захватить Иерихон, но стены Иерихона были великими. Вначале отправили двух соглядатых в Иерихон. Кто бы ни посмотрел на город Иерихон, израильтяне 40 лет жили в пустыне. Поэтому образ жизни, оружие, все отличается. И с первого раза они могли понять, что разве иерихонцы, они будут просто смотреть, они тоже будут атаковать. Иисус Навин отправляет двух человек, чтобы осмотрели землю. Они спрашивают, нас отправляют, а вдруг нас схватят и нас убьют? Страх охватывает сердце их. Жители Иерихона знают, что израильтяне вышли из Египта. А также знают, что они сражались с разными народами. Поэтому сами жители Иерихона тоже находятся в страхе. Но поскольку это иностранцы, сразу можно было отличить от местных людей. Можно сказать, что соглядатых очень легко смогут поймать. Может, они сказали, Иисус Навин, неужели нам нужно обязательно идти туда? А нельзя издалека просто осмотреть город? В городе нас могут убить. Но Иисус Навин отправляет двух соглядатых. Когда двери в Иерихон были открыты, они вошли в город и вошли в дом блудницы Рахав. Они находились в нее. Из проходящих увидел, что это соглядатые, и доложили правительству. Царь отправляет сразу солдат. Солдаты пришли в дом Рахав и кричат, «Открой дверь!» Соглядатые думают, «Все, мы погибли». Мы сейчас умрем здесь. Но блудница Рав говорит, идите за мной. Они поднялись на крышу. И Рав спрятала их в снопах льна. В детстве у нас в Корее делали одежду из льна, а листья их называются марихуаной. That leaves are called as the, you know, herb, the Demacho. Cocaine. They took certain kind of drugs. 그러니까 그게 그 대마초라는 게 그 대마 그 저 삼의 잎을 대마초라 그러죠. Листьев льна называют марихуаной. Used as a, you know, drugs. 그래서 그게 광각 작용이었어서 모두 대마초하고 그러다가 막 잡혀 그러죠. Я, но вызывают галлюцинации и люди, которых курят марихуану, их арестовывают. Рав кизенника дематчоль пьют го гат. Рав, может, из-за того, что была блудница, она курила. В детстве у нас в деревне было очень много марихуаны, мы не знали об этом. Ну, в общем, спрятала их в снопах льна. Солдаты стучатся в дверь. А выходит и говорит, «Ой, мы сегодня уже закрыты, я уже все продала». Солдаты говорят, «Открой дверь!» Рав открывает дверь и испугалась, и обращается к солдатам. «Что вы здесь делаете? Здесь ведь было двое». «Да, совершенно верно». «Где они?»
Они спрашивали у меня, во сколько закрываются ворота. И когда я им сказала, во сколько закрываются ворота, тогда они убежали в сторону ворот. Если вы пойдете, вы догоните их. И тогда солдаты побежали с саглядатами. Она закрыла дверь и обратилась к саглядатам. Когда мы услышали о вас, сердца наши ужаснулось. Я спасла вам жизнь. Пообещайте, что и вы спасете меня и мою семью. Когда саглядаты услышали эти слова, они точно должны были погибнуть. Если бы Рав доложила бы до них, тогда их бы сразу убили на месте. Но слушая слова Рав, они думают, «Господь Бог, Ты так нас защищаешь». Вечером они уходят из города. Ночью невозможно выйти через ворота. Они находятся в городе. Но дом Бунти Рав находился на стене. Итак, они по веревке могли спуститься. Перед тем, как уйти, они сказали, когда мы придем в этот дом, привяжи червленную веревку к окну. Если кто-нибудь выйдет из дверей дома твоего, тогда мы не ведем ответственность. Однако, если они будут в этом доме, мы сможем их защитить. Господь Бог посылает двух саглядатых в Ханаанскую землю. Мы можем прочитать, как Господь Бог спасает тех людей, которые находятся в доме Раав. Потом, как израильтяне проходили через Иордан, и захватить город Иерихон было непросто, потому что были высокие стены. Но Господь Бог через свою силу позволил все преодолеть. В 1962 году я получил спасение. На самом деле, я от благодарности Господу Богу, я хотел что-нибудь сделать. Однако я ничего не мог делать. Если бы у меня были бы деньги, я бы хотел бы их пожертвовать. Но в связи с тем, что у меня не было работы, на протяжении двух месяцев я не смог накопить ни копейку. Я был так благодарен Богу, что хоть что-то хотел дать Богу. Это было после гражданской войны. Поэтому во многих домах не было мужчин, жили только женщины. И когда я посещал такие дома, я видел, что у многих женщин в домах крыши были сломаны. Или в стенах были трещины, поэтому, когда топят дом, тогда дым проникал в комнату. Я был благодарен перед Богом. И однажды я подумал, вот как минимум я смогу ремонтировать подобные вещи. Я представил, как я состарился. Я заканчиваю ремонтировать крышу дома и говорю, не переживайте, я все сделал, теперь не будет протекать крышу. Можете дать, пожалуйста, стакан воды? И с радостью пью воду. Я чувствовал счастье, что могу посвятить свою жизнь Христу. Я думал, как минимум я могу ремонтировать крышу. Я могу ремонтировать полы или стены. Я не мог представить, что я стану однажды пастором. Когда я видел служителей того времени, они казались такими великими. Я был благодарен перед Господом Богом, что получил прощение грехов, и поэтому хотел отдать себя Богу.
но у меня ничего не было, что я мог бы дать Богу. У меня было только мое тело. Но я думал, куда Господь Бог может использовать меня? Поэтому я думал, как минимум могу ремонтировать крыши, могу помочь нуждающимся, потому что я могу отдать себя. Я планировал так посвятить свою жизнь перед Богом. Когда я состарюсь, закончив ремонтировать крышу, попрошу воды и выпью, и прощаюсь. Я думал, что я буду счастлив, если я буду жить так ради Христа. Тогда я решил отдать свою жизнь полностью Господу. Я не мог представить, что Господь Бог мне даст служение пастора, что Он будет использовать меня в драгоценных делах Его. Я думал, я буду пить воду и думать, как я мог жить перед Богом. И от этой мысли я был счастлив. Но Господь Бог прикрыл передо мной все пути. Как бы я ни старался жить хорошо, у меня не получалось. Ни в чем у меня не было успеха. Я сильно расстроился. И не раз думал о самоубийстве. Но я думал, нет причин умирать. Просто существовал. Но Господь Бог позволил, чтобы я услышал Евангелие. И в 2020 году, когда многие люди гибнут из-за коронавируса, многие люди находятся в страхе, и мы видели, как в мае этого года многим людям это Евангелие стало источником надежды. 11 раз я передавал слово, и Бог позволил, чтобы весь мир прислушался моему слову. И сейчас многие люди из всего мира говорят, что они слушали мои проповеди. Конечно, они слушали наше слово. И через это слово они получили спасение. Есть некоторые основные вещи в вере в Господа Бога. В Исаии 55 главе есть такие стихи. «Мои мысли не ваши мысли». «Как небо выше земли, так пути мои выше пути ваши», говорит Господь. Это не наши мысли, а это мысли Господа. Наша душа отличается от сердца Господа Бога. Когда мы соединяем наше сердце с сердцем Господа, когда сердце Господа входит в нас, то сердце, которое у нас образуется, это сердце Иисуса. Сердце Иисуса входит в мое сердце. У меня есть мои плотские мысли, которые ведут меня к плоти. И также есть сердце Господа, которое меня ведет к Богу. Есть две разные души. Если мы невнимательно посмотрим, мы не можем их отличить. Но если мы внимательно их изучим, мы увидим, что наши плотские мысли ведут нас к гибели. А сердце Бога ведет нас по пути Иисуса. Я часто говорю нашим сестрам: сестра, вы можете отличить своего мужа от других мужчин? Конечно, нет женщин, которые бы не могли бы отличить своего мужа от других. Но если мы немножко подумаем, к нам приходит какая-то мысль. Это мысль от Бога или от дьявола. Вот что нужно научить отличать. Сначала мы можем не знать, но если мы внимательно рассмотрим, мысли от Бога, они подобны Слову Господа. А то, что приходит от дьявола, хотя оно может быть привлекательно, но если мы посмотрим через слово, мы увидим, что это мысли отличаются от Бога.
Поэтому мы должны слушать Господа Бога и верить в Слово Бога. И получать руководство от Слова Бога. Это есть то сердце, которое находилось в Иисусе и вело Иисуса. Это сердце вело Иисуса. Поэтому, когда сердце, которое было Иисуса, входит в меня, Бог начинает вести меня. А когда я начинаю получать руководство от Бога, тогда Господь Бог сделал, чтобы мы могли идти по пути, по которому шел Иисус. Это удивительно. Мы становимся маленькими Иисусами. Каждый раз, когда я через Библию рассказываю Евангелие, это слово, это Евангелие, я понял не потому, что я умный, а потому, что Бог открыл передо мною. Я становлюсь маленьким Иисусом и начинаю трудиться перед Богом. И как Бог помогал мне? Бог одинаково действует у всех нас. Израильтяне хотели захватить Иерихонский город и отправили двух соглядатых осмотреть город. Конечно, страшно. Сразу местные люди понимают, что это соглядатые. Можно сказать, что они идут на смерть. Но соглядатые все равно пошли. Почему? Потому что Бог отправляет. Бог не отправляет, чтобы я умер. Бог будет помогать. Он благословит меня. Он помилует меня. И поскольку они верят в Бога, они могли пойти с дерзновением. Если бы не было бы веры, они думают, почему Иисус нас отправляет? Нас же сразу смогут отлучить. Они хотят, чтобы я умер. Нас точно поймают. Мы погибнем. Почему мы должны туда идти? Тогда бы страх бы охватил бы их сердца. Точно было бы так. Но какой человек не ценит жизнью? Соглядатые тоже берегли свою жизнь. У них было сердце, которое вело их. Из Египта мы не могли выйти своей силой, но Господь вывел нас. Каждый раз, когда было тяжело, Бог помогал нам. Когда мы переходили через Черное море, мы все должны были утонуть. Но Бог нас спас. Значит, в Иерихоне Бог будет нам помогать. Хотя кажется, что я погибну. Но Бог не отправляет нас на смерть. Он спасет нас. Он обязательно защитит. Они вошли в Ханаанскую землю, пошли в Иерихон. И первые, куда они пришли, это был дом Рахав. И сразу, когда они вошли в этот дом, прибежали солдаты. Рав сразу поняла, что это соглядатые. Соглядатые должны были погибнуть. Они думают, что все, мы погибли. Но блудница Рав показывает и говорит, идемте за мной, идемте за мной. Они идут на крышу, и она начинает прятать их в снопах стена. Она спрятала их, потом спрятала лестницу. Мы уже закрыты. У нас уже все закончилось. Открой дверь, кричат солдаты. Ну что случилось, мы закрыты. Она открывает дверь. И видит солдат. Она как будто испугалась. Здесь были странные люди. Да-да-да, было двое. Где они? Они были такими подозрительными. Они спросили, во сколько скрываются ворота. Я сказал им время. И тогда они сразу побежали в эту сторону. Идите, вы сможете их догнать. Когда соглядатые слышали эти слова на крыше, как вы думаете, какое у них было сердце? А, это Бог. Бог защищает нас. Солдаты ушли. Она закрыла дверь. Блудница Рав подошла к соглядатым.
Она говорит, мы слышали, как израильтяне вышли из Египта, как они прошли через пустыню. И мы услышали о том, что вы идете на Иерихон. И наше сердце ослабело. Если бы я вам не спасла сегодня, вы бы погибли. Как я вас спасла? Также дайте знамя, что вы спасете меня и дом отца моего. И один из двух соглядатых, как его зовут? Как зовут соглядатого? Как зовут? Салмон. 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 그저 뭡니까? 살몬 그 고기가 아니고. Not the salmon. Salmon в Корее это значит мясо. 이 남자가 기세한데 완전히 반해버린 거. No. Salmon полностью влюбился в Рау. 저렇게 지혜로운 여자가. Такая мудрая женщина. 저렇게 정말 밝은 여자가. Такая умная. Как она стала блудницей? Она спасла ему жизнь. Она сказала, поскольку ее дом находился на стене, поэтому она могла отпустить их по стене вниз. Когда ты понимаешь, что Господь сохранил их жизнь. И он говорит ей, привяжи червленную веревку к окну. Когда мы возвратимся, мы спасем всех, кто будет находиться в твоем доме. А если выйдут из твоего дома, тогда мы не будем виновны. Мы сможем защитить только тех, которые будут в доме. И два соглядатых спустились по веревке вниз. Пришли к Иисусу Навину. Они свидетельствуют, мы не могли представить, что Бог спасет нас таким способом. Если скажете, чтобы я свидетельствовал подобным свидетельством, у меня есть множество свидетельств. Господь Бог, Он с нами. Когда мне было трудно, Он помогал мне. Он охранял меня. Он явил свою благодать. Когда в Падонге мы чуть не задохнулись газом от брикетов, в тот день были уставшими из-за переезда. Сразу заснули, как легли на кровать. Но прошло немного времени, и наша дочь Инсук начала плакать, отчего мы проснулись. Я немножко был раздражен. Я сказал, почему наш ребенок плачет? Моя супруга сказала, я не знаю. Постучали по ней, она уснула. Прошло еще немного времени. Инсук снова начала плакать. Знаете, мне было так обидно. Я сказал, почему наш ребенок плачет? Супруга говорит, я не знаю. Я сказал, включите свет. Включили свет. Но ничего не было, чтобы мешало ребенку. Снова уложили ее. Моя супруга сказала, что хочет пойти в уборную, и открыла дверь в комнату. И подул холодный ветер. И тогда моя супруга упала без сознания. В те годы многих людей, которые надышатся газом от брикетов, они теряли сознание. Я понял, что мы надышались газом от брикетов. И Бог, чтобы спасти нас, Он разбудил нашу дочь.
Я протолкал мою дочь к двери, потому что я боялся, что я тоже могу потерять сознание. Я закричал громким голосом: «Пожалуйста, помогите! Мы надышались газом брикетов. Соседи прибежали, спросили, что случилось? Я сказал, мы надышали газа от брикетов. А вот как. И во дворе они постелили белье, сказали, чтобы мы легли там. Мы выспались. И так мы спаслись в тот вечер. Если бы в тот вечер Инсук не плакала, на следующий день мы бы все были бы мертвыми. Да, в моей жизни были опасные случаи, опасные моменты. Но Господь ни разу не отворачивался от меня. Я не был таким. Я не был верным перед Богом. Хотя я тружусь, порой я шел за плотью, следовал за своими мыслями. Но Господь Бог был со мной всегда справедлив. Я уже в возрасте. Это удивительно перед Богом. Мы смотрим нашими глазами. Кажется, что точно погибнем в Иерихоне. Но Господь Бог, что бы ни случилось, Он во всех в делах действует. Он защитил, когда израильтяне переходили через Иордан. Бог сказал, чтобы священники взяли ковчег. И когда их нога вступит в воду, тогда вода разделится. И народ сможет перейти по суше. Все это так удивительно. Те вещи, которые написаны в Библии, я много раз видел, как Господь Бог совершает и моей жизни. Я видел, как Бог одинаково действует у меня. Да, порой были трудности и тяжести. Но ни разу не было, чтобы Бог отворачивался от меня. Он своей силой помогал мне и охранял меня. Я уже не в маленьком возрасте. Но я счастлив. С возрастом я чувствую, что я состарился. Память ухудшается. Как тебя зовут? Конечно, не настолько, но память ухудшается. Порой то слово, которое я знаю, я не могу вспомнить. Поэтому чаще приходится читать Библию. Господь Бог после того, как спас нас от греха, Он сделал нас своими сыновьями. И через нас Он хочет совершать драгоценное свое дело. На протяжении десятков лет, в 62-м году я получил спасение, и прошло очень много времени. Если подумать, за прошедшее время были много тяжестей и трудностей, но Господь Бог ни разу не отворачивался от меня. Все дела решались прекрасным образом через Бога. Каждый раз, когда я думаю, у меня есть радость, я удивляюсь, я был благодарен перед Богом. И каждый раз, когда мы работали, Господь Бог являл свою благодать. Я не хотел начинать миссионерскую школу. Но сейчас я думаю, если бы я не начал бы миссионерскую школу, то как мы бы могли передавать Евангелие по всему миру? И наша миссионерская школа стала самой известной школой в мире. Теперь никакая школа не может догнать нас. Мы — никто. Но Бог удивительным образом действует. Сейчас служители по всему миру, они обращаются к нам, хотят учиться у нас, хотят следовать за истиной, которую мы распространяем, хотят научиться духовной жизни. Я очень благодарен перед Богом.
When we do the work of God, мы хотим заниматься делами Бога, Satan tells us, сатана говорит, going to the city of Jericho, путь в Иерихон – это путь на гибель. Think about it, everybody сразу узнаешь, что ты соблюдатый. Ты думаешь, что Иерихоне тебя оставят в покое? Они точно тебя схватят. Они тебя будут пытать. И в конце концов ты умрешь от меча. Точно наши мысли говорят так. Кто бы ни смотрел, точно это факт. Но через способ Божий Он охранял нас. Поэтому каждый раз, когда у нас есть трудности, мы одерживаем победу. Соглядаты пришли к израильтянам и свидетельствуют. Мы думали, что мы погибнем. Там есть бурица Рав. Солдаты сказали, открой дверь! Быстро открой дверь! Тут же соглядаты. Мы так испугались. Мы были уверены, что мы умрем. Но когда мы увидели лицо блудницы Раав, она показала нам вот так и сказала, пойдемте. У нас не было выбора, мы последовали за ней. Мы поднялись на крышу. Она так хорошо поднялась по лестнице. И она сказала, спрячьтесь. Потом убрала лестницу. Открывает дверь и говорит, что случилось? Мы уже закрыты. Находясь под льном, когда мы слышали ее слова, мы говорили, Господи, Ты приготовил Раав, чтобы спасти нас. Поскольку ворота закрыли, мы не могли выйти за город. Если мы выйдем на улицу, нас сразу схватят. Но этот дом находился на стене. Поэтому ночью. Интересно, в нее дома были веревки. Она, может, проходила военную тренировку? Может быть, она ходила на улицу, спускаясь по веревке? Такие хорошие веревки, чтобы можно было легко спуститься. Бог, Ты действительно Бог. В какое бы положение мы ни находились, несмотря на нас, Ты приготовил Раав, приготовил снопы, все приготовил. Ты помогаешь нам. Люди, пойдемте в Иерихон, мы сможем победить. Слушая их свидетельства, все говорили, это делал Бог. Ничего другого невозможно было сказать. Прошедшие годы я видел, как Господь Бог таким же путем помогает мне. Мы проводили семинары. Были многие люди, которые противились нам. Были люди, которые ложно обвиняли нас. Мы не боролись с ними. Мы передавали Евангелие. И я был благодарен, что Бог живет в нас и действует. Дорогие братья и сестры, порой сомневались в нас, отчего разрывалось сердце. Было так горько. Но, испытывая подобные случаи, были те, которые уходили из церкви, были те, которые уходили из церкви, мне было жалко их. Я думал, как спасенный человек может поступать так? Но все люди лукавые. Но Бог же, Он честен с нами. Он справедлив. Как Господь Бог спас через блудницу Раав двух соглядатых, я часто говорю, Соломон,
После того, как захватили Ерихон, Соломон полюбил Раав. Он хотел жениться. Он думает, как она стала блудницей? Она ведь такая мудрая. Она ведь такая хорошая. Ему было любопытно. Внешне это блудница. Женщина, которая продает себя, продает алкоголь. Но ее сердце было чистым, было мудрым, любило Бога. Он чувствовал это. Чего у него нет, чтобы жениться на блуднице? Да, конечно, к нему могут приходить подобные мысли. Но он думает, нет. Хотя она блудница, но теперь она не блудница. Это человек, которого использовал Бог. Может быть, Бог допустил все это, чтобы она встретилась со мной. Я хочу жениться с ней. Я люблю ее. Не было среди израильтянок таких, как она. Если мы подумаем о сердце Соломона, он любил ее. Семь сердца. Однажды он идет к отцу, говорит, «Отец, я хочу жениться». «Конечно, сын, я давно хотел тебя женить. Я тоже хочу, чтобы у меня была невестка». «Скажи, у тебя есть девушка, ты уже решил?» Да, есть женщина, с которой я хочу жениться. Кто же она? Какая у нее профессия? Она медсестра? Или она профессор? Или она учительница? Нет, тогда чем она занимается? Отец, я буду честен с тобою. Конечно, сынок. Чем она занимается, скажи? Отец, ты меня прости. Почему ты просишь прощения? Просто скажи, чем она занимается. Отец, конечно, я не знаю, как ты это воспримешь. Но я люблю ее. Она блудница. Что? Блудница? Сынок, ты сейчас шутишь? Я ни разу не видел, чтобы ты шутил. Я считал, что ты мудрый человек, что ты умеешь трезво размышлять. Но ты хочешь жениться с блудницей? Сынок, я сейчас не совсем понимаю тебя. Я верю тебе. Я не считаю, что ты глупый человек. Я уверен, есть причина, по которой ты хочешь жениться с блудницей. Да, отец, она хотя блудница, но она спасла мне жизнь. Она спасла меня от смерти. И эта женщина... Я, конечно, не знаю, как она стала блудницей, но эту женщину использует Бог. Я не могу сказать, что ее внешний вид красивый, но я встречал многих женщин, но я не видел, чтобы какая-то из них была близка с Богом, как эта женщина. Я решил не смотреть на нее. Я решил смотреть на ее сердце. У нее есть прекрасное сердце, которого нет ни у кого. Отец, я твой сын. Если ты благословишь, я хочу жениться с нею. Она спасла нас, спасла меня. И в тот момент я полюбил ее всем сердцем. Я знаю, что она блудница. Конечно, я тоже много размышлял. Но она спасла мне жизнь. И Бог любит ее. Я считаю, что мы будем счастливы. Отец, прости, что я так говорю. Пожалуйста, дай разрешение. Я люблю ее.
Сынок, но если ты ее любишь, как я могу противиться вам? Я никогда не видел, чтобы ты размышлял глупо. Конечно, мне не совсем нравится, что она блудница. Но кто же она? Что ты так любишь ее? Если ты ее любишь, ты же не глупый человек. Я хочу согласиться с тобою. Ты принимаешь решение. Я буду следовать за тобою. Пускай, главное, чтобы она была хорошей невесткой. А все остальное не проблема. Ой, отец, спасибо. Спасибо тебе, отец. За что ты благодаришь? Я хочу, чтобы ты был счастлив. Самое главное, чтобы ты был счастлив. Много потом было. Я думаю, что можно без конца рассказывать о всем, что произошло между ними. Но мы оставляем наши человеческие стандарты. Как то сердце Иисуса Христа, которое вело этих людей, оно теперь ведет нас. Мы становимся маленькими Иисусами. Мы становимся Его рабами. И мы можем совершить то прекрасное, которое невозможно совершить этим людям, которые живут на земле. И исполняем волю Господа Бога. Дорогие, мы родились в этом мире. Иисус Христос пролил кровь на кресте, и за Него мы страдаем. За Него мы порой слушаем ругательные слова. Во имя Иисуса Христа мы получим гонение. Во имя Иисуса Христа мы голодаем. Порой мучаемся во имя Иисуса Христа. Но насколько это прекрасная жизнь, дорогие братья и сестры. Иисус умер на кресте, проливая кровь. Зная о любви Иисуса, когда у нас появляется маленькая проблема, как часто мы следовали за нашей плотью, чтобы защитить себя? Ведь многие люди жили такой жизнью. Многие люди отворачивают лицо от Иисуса Христа. Но, дорогие, давайте теперь будем жить, любя Бога. Нам нужен Иисус не только для того, чтобы жить материально хорошо. Неважно, сколько вы будете жить, 10 лет, 50 лет. Даже если осталось там один день прожить, надо жить во имя Иисуса Христа. И ради Него нужно отдать полностью себя. Когда есть возможность отдать себя ради Христа, не нужно много думать, делайте шаг. Порой, если нужно страдать во имя Иисуса Христа, думая об Иисусе Христе, который умер на кресте, давайте перестанем думать о своем плоти. Давайте освободимся от наших желаний. Давайте будем думать о Христе. Если Христос защитит нас, тогда Он сто раз, тысячи раз, десятки тысяч раз сможет защитить лучше нас. Дорогие слушатели, как женщина, взятая в прелюбодеянии, мы, которые получили безграничную любовь Иисуса Христа. Он пролил кровь за нас. Он был распят на кресте за нас. В Него вонзили копье. Его избили плетью. Это не теория. Иисус действительно все это пережил. Конечно, мы не можем умереть за Христа, но порой, если во имя Иисуса Христа нас будут ругать, пускай ругают. Один человек пришел ко мне и начал кричать. Он сказал: «Пастор, вам должно быть стыдно». Почему? Он говорит: «Разве хорошо, что вас судят?» Я им ответил: «Иисуса и Павла и Петра всех судили». Тогда: «Пастор, вы что, такой же, как Иисус?» Я сказал: «Я не такой, как Иисус. Но меня судят по такой же причине, как Иисуса. Если бы я не жил бы следуя за Иисусом, у меня бы такого не было».
Когда брат, услышав эти слова, он также начал благодарить, что был суд. Иисус Христос тоже был судим. Его ругали. Сейчас в интернете обо мне пишут о всяком. И сейчас один канал CBS пишет о том, что до сих пор идет суд, хотя суд закончен. CBS — это христианское телевидение Кореи. Но этот канал стал каналом, который ругает служителей Божьих. И это проблема. Но в то же время я ничего не могу сделать. Потому что я видел, как Господь Бог защищает меня во всех делах. Он защитил меня. Перед израильтянами течет Иордан. Но Господь Бог решил их проблемы, также решает наши проблемы. Перед нами, может быть, есть проблема, подобная Иерихону. Но Господь Бог все разрушает. Он позволяет нам идти по пути Евангелия. Мы идем вперед. Я уже состарился. Но я благодарен, что Бог дает до сих пор служить Евангелию. Я, конечно, не знаю, сколько мне еще осталось. Я часто думаю о своей смерти. Я благодарен перед Богом за то, что я могу жить ради Евангелия. Благодарен Богу за то, что через меня многие люди могли услышать Евангелие и получить спасение. Иисус умер на кресте за меня. Я, конечно, не умер на кресте, но во имя Иисуса Христа порой меня ругали. Во имя Иисуса Христа появлялись проблемы. Иногда ко мне плохо относились. Но в то же время я встречал разных людей, и высокопоставленных, и других, и передавал Евангелие. Я часто задаю вопрос: «Иисус, за что ты меня возлюбил меня?» Я не особенный. Я не добрый человек. Я не мудрый человек. Но почему ты возлюбил меня? Почему мне ты поручил передавать Евангелие? Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе. Еще раз спасибо. До того дня, как я предстану перед Господом, я хочу служить Богу. Хочу возвышать Его имя. Хочу передавать Евангелие. Дорогие, спасибо вам. И я славлю имя Господа Бога. Сегодня мы слушали слово, как израильтяне захватили Иерихон. Как я уже говорил, у израильтян были проблемы. Нужно было осмотреть Иерихонскую землю, потом перейти Иордан. Все это было невозможным. Все казалось невозможным. Если пойдешь с соглядатаями, тебя могут схватить и убить. Также перейти через Иордан было очень сложно, потому что вода переполняла ее. Сложнее всего было захватить Иерихон, который казался непобедимым. Чтобы израильтяне могли войти в Иерихон, чтобы Соломон встретился с Раав, Господь открыл все пути. Наш путь распространения Евангелия Бог открыл. Я еще раз хочу сказать вам. Бог сказал: «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути отличаются от ваших путей». Путь Господа Бога отличается от наших путей. Не следуйте за своими мыслями. Если вы веруете в Слово Бога, Он явит свою силу, и вы станете Соломоном нашего времени, вы станете Раавом нашего времени, вы станете служителями Божьими нашего времени, и также будете задействованы в захвате Иерихона. Весь мир должен подчиниться Иисусу. Я желаю, чтобы весь мир принадлежал в руке Господа Бога.